Менеджмент и технологии в области знаний, сервиса, туризма и гостеприимства. Сегодня Муромский институт Владимирского госуниверситета встречал участников 4-й международной конференции. О роли инноваций в сфере образования и экономики узнавала Елена Петрова. Площадками для проведения научно-практической конференции стали сразу два ведущих вуза 33-го региона. В первый день принимающей стороной стал Владимирский госуниверситет. А началось все с работы молодежной школы. Выступал профессор доктор Форд из Индонезийского университета. И что интересно, он работал на английском языке, и 60 человек наших студентов даже без переводчика общались с ним достойно на уровне и получили очень интересный опыт, и он вручил им даже сертификаты повышения квалификации вот в области различных сфер знаний. Акцент на современных подходах к образованию. Второй день был не менее насыщенным. Участникам международной конференции Муромский вуз был прежде всего интересен как современная кузница профессиональных кадров, востребованных на предприятиях. Взаимодействие нашего института и предприятий города – это традиционная совместная работа уже на протяжении многих десятилетий. Совет директоров – это уникальная наша общественная организация, в которой рассматриваются вопросы не только проблемные для предприятий там, с точки зрения технологической, но и самое главное, с точки зрения подготовки кадров. Муром богат не только храмами. Тесное сотрудничество с передовыми предприятиями города легло в основу нового перспективного направления – образовательный туризм. Не просто тур выходного дня, а целая программа обучения иностранцев нацелена на больший экономический эффект в развитии средних городов России. В нашем городе есть все ресурсы для этого. У нас есть образовательные учреждения, у нас есть промышленная база, и образовательный туризм можно развивать именно во взаимодействии между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями. Пленарные заседания, работа секций, круглые столы, дискуссионные клубы. Доктор Форд поделился своими впечатлениями от встречи на русской земле. До поездки доктор Форд знал что-то о нашей стране. Приехав сюда, он был впечатлен нашей культурой, нашими людьми, узнал их поближе и понял, что мы довольно открытые, но отличаемся некоторой прямотой по сравнению с их людьми. Научные деятели из Европы, Америки, Индонезии, представители ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, молодые преподаватели и подающие большие надежды студенты. Всего в международной конференции только из Мурома приняло участие порядка сотни человек. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Мурома.